В лесопарковой зоне АБ идет работа по созданию нового спортивного кластера. На финишной стадии организация волейбольной площадки. Там укладывают уже резиновое покрытие. Ну а в будущем за спортивным комплексом «Заря» сделают еще и баскетбольную площадку, ну и поле для мини-футбола, а также установят уличные тренажеры. 55 лет назад, вспоминают старожилы, подобная инфраструктура уже была, но со временем объекты были разрушены. И вот сейчас, спустя 55 лет, началось возрождение, новое возрождение. Во-первых, вот я стою на лыжероллерной трассе, построена лыжероллерная трасса. Восстановилась освещенная трасса, еще была построена, я ее строил, освещенную трассу, 45 лет тому назад. Она работала очень долго, потом все ликвидировали тоже, по стечению обстоятельств. И сейчас вот здесь, в данном случае, началось восстановление новой волейбольной площадки. Рядом будет баскетбольная. Первой из площадок в лесу на АБ построят волейбольную. По факту она уже практически готова принять спортсменов. Подрядчик сегодня пообещал закончить с укладкой резинового покрытия. Технология простая. Сначала на асфальтовую основу наносят праймер, ну а затем состав из клея и резиновой крошки. Она, кстати, изготовлена в Кемеровской области из переработанных шин от БелАЗов. Такой крошкой рабочим предстоит покрыть 360 квадратных метров. Толщина покрытия 1 сантиметр. Площадка возводится в первую очередь для тренировок спортсменов спорткомплекса «Зари», ну а в свободное время играть в волейбол здесь смогут все желающие. В спортивном комплексе «Заря» рассказали, что в скором времени также появится универсальная площадка для баскетбола и мини-футбола, а также уличные тренажеры. Спортивный кластер создается на средства выигранного гранта, ну и на деньги спонсоров.